Привет всем! Сегодня мы заряжаем фотопленку в Зенит-122. Открываем до конца. Оп, крышечка открылась. Дальше уже заправленную фотопленку в кассету вставляем пимпочкой вниз. Тут выемка для пимпочки. Закрепляем. Вытаскиваем и в любую щелку. Дальше начинаем заводить. Если не заводится, прощелкиваем. Заводим. Смотрим, чтобы все зацепилось, чтобы перфорация попала, штырьки попали в перфорацию вот сюда. Если все зацепилось и попало, можно закрывать крышечку. Довзводим до конца и два прощелка. Дальше выставляем выдержку и диафрагму и можно снимать.